Не справился с управлением. В сети набирает популярность видео, выложенное ивановцем Дмитрием Барановым пару дней назад. Поздно вечером неизвестный парапланерист решил полюбоваться окрестностями и покружить над одной из Вичугских рек. Вначале полет проходил нормально, но когда спортсмен решил приземлиться, возникли непредвиденные трудности. Вероятнее всего, из-за темного времени суток парапланерист растерялся и не справился с управлением. Очевидцу удалось заснять, как незадачливый спортсмен, сделав несколько витков в воздухе, практически под прямым углом приземлился в воду. На этом волнующем моменте видео обрывается, поэтому нельзя сказать с уверенностью, получил ли парапланерист какие-либо травмы. Судя по комментариям к видео, любителю вечерних воздушных прогулок все же удалось выбраться из воды. А вот мотор параплана, надо полагать, подлежит капитальному ремонту.